Всем привет! Сегодня появилась троечка Бавария ФФВ. Такая вот троечка чудесная. Хорошее состояние. 3 евро все стоит. Потом что тут еще у нас? Молочник. Бинорм какой-то. Сахарница. 2,50 МЦ. Чехословакия. Ангелок. Какие-то под селедку, наверное, дозочки эти. Рулетница. Так, что тут еще у нас? Твинтерлинг. Троечка. Остальное все вроде было. Клубничка, доза клубничка, керамика 3 евро, Маданхина, Китай, такие, зальц под соль, под муку, под сахар, 4,50 стоит, вот такой интересный какие-то, по 2 евро, металлические. Штучки какие-то. Наборчик позолоченный, 3 евро. Сахарница. Молочник 2,50. Это у нас Рибер. Фирма Рибер. Довольно старенький. Довольно старенький набор 5,50. Кофейник в хорошем состоянии. Жалко только одна только. Двоечка. Чашки нету на вторую. Хоть одну возьму, чтобы было. Одну-то возьму по-любому. Клоун. 3 евро. Не знаю, что там. За штемпель. Кувшинчик 2,50 такой интересный, 14,30 стоил. Н. Юнгель, фактура керамика, тоже довольно старенький. Дозочка подварения с ложечкой 20 евро. Глируем бог. Хрусталь. Игрушка елочная. Под гобельным. Нет, это тун. От туна 3,50. Фазан 20 евро. Германия. Номер. Такая ваза. 12 евро. Такая 45 евро. Снова мы зашли в комнату. Посмотрим, что здесь добавилось. Кружечки коллекционные. Розенталь по 6,50. Разрисованы все. Замки, дворцы, пароходы, поезда. Поезда.
себе одинаковых. Так, этот набор за 95 евро так и стоит. Рибор намного дороже, чем вот этот стоит из 7 частей. Рибор марка старая. 5 евро розеточка. Финстенберг. Это у нас подсвечник 12 евро. Керамический. Велеруен Бог. Это Майсон. Так стоит. Никто не забрал по 38 евро. Таких я смотрел в интернете в основном. Примерно такая цена. Может, евров на 2 дороже есть за 40 там. Плюс ферзант. Не стоит покупать таких очень много в интернете. Очень, значит, плохо продаются, раз их много. Розенталь 3,50 старенькая. Все, такая еще доза. 30 евро. Все, посмотрим мануфактуру. Шмидт какой-то. Зельтман. Зельтман. Цин. Олово, короче. Такой подсвечник 60 евро. Старый. Металлический за 60 евро подносик. Подносик. ВМФ фирма немецкая. Вот такой вот молочник, не молочник. За 60 аж евро стоит. 60 евро. Что-то там написано. Вильхельм Вагенфельд. Инзель Хотель. Хальброн. К хотелю принадлежит. Поэтому дорогой, наверное. Такие вазы добавились. Розы какие-то, блин. Модин Бавария. Роза. 15 евро. Две штуки. Карусель 20 евро. Заводится как-то. Да, музыкальная. С музыкальной шкатулкой. 30 евро. Цинковая. От Майсона всякие. По 10 евро. Медальки. Так, это наборожек. Тут интересного. Да, в основном одно и то же. Так, от Кайзера здесь вазы стоят за 68 евро. Так, глянем. Стоит. Сколько? 90 евро. Я уже такую одну покупал. Мадонна.
вроде как дерево. Легко только. Не знаю. Вроде как пластик. Да, это пластик. Они как дерево сделали. Картины тут всякие. Коляска детская. €40 кружка пивная. Велирован бог. У вас €12 тоже. €35. Вот лебедь. €20 появился. Это у нас Чехословакия. Дукс. Баем розетка. Мадонна. Руки отломаны, что ли? €40. Так, интересные тарелочки здесь какие-то стоят такие. Как под мрамор заделано внутри. Бока красивые. У нас Вахтерсбах, Германия. 40 центов. Маленькие тарелочки стоят, большие 2,50. Это €2. Довольно старая тоже фирма, 1832 года существует. Вот такая вот тарелочка интересная. Блюдо, то есть с парой, иллюстрация. 8,50 стоит. Сейчас тут пройдем, тут тоже что-то завалили все. Корг пианино электрическое, €300 стоит. К Новому году всякие декорации, €15. Снегурок такой вот в красной шляпочке. Дед Морозик, €16. С трубой, наверное, еще музыкальной. Игрушки, €5. Пирамидка, €3. Игрушки мягкие. Вроде как все с магазина. Это все с магазина, €4. €5. Магазин где-то закрылся. Сюда вот выставили все, привезли. Гирлянды. Гирлянды. По €3. €3, €2 гирлянды. Гонечки всякие разные. По €2. Всякие разные. Ангел 9,50.
Тут еще регалии. €3, горка €4. Домики такие вот вырезаны. Фанеры. Внутри батарейка, подсвечник. Светится ночью. €2. Это все, вот это уже старые образцы. Сейчас такие уже не делают. €2. Штучка. Сверху лампочки. Как много свечей. €5. Соли €4. Еще вон. Бокситной смолой, видать. Вот. €4. Штимунгс Лехтер. Какие-то машинки печатные, наверное. Посмотрим. Да, печатные машинки. €4. Такая вот €4. Гипрюфт не проверяли, работает или нет. Альпина. Много тут всяких. По 4, по 5 евро. Все по 4. Машинки швейные по 10 евро. Электрические. Анкер. Бернина. €4 машинка. €10. Гипрюк что-то в чемодане. Перевернута. Вообще старая какая-то. Люди их берут. Такая €4 еще. Малютка. Народу полно. Все расхватывает. Такая Зингер. Тоже €10. Может, тележки нагружают. Кто шить, кот любит, кто-то гребет машинки. О, €14 труба. Вот такую надо прикупить, если работает. Это листья сдувать. Интересная штука, работает, нет, проверить надо. У двора хорошо листья сдувать. Серьезная машина. Проверить, если что возьму. Так, в витрине вот такие колокольчики поставили. 3 колокольчика и шарик один. Елочная игрушка. Фарфоровая, это очень нравится. 9,50 все. В этом году все дорого. До этого здесь в
всегда были по 6, по 7 евро. Дороже не было. В этом году прям караул. Типа матрешки пингвин 4,50. Вот матрешки там 2,50 маленькие, 3,50, 15 большие. Вот такой вот мужичок. Так стоят. Никто их не берет и не оценивает. Австралия, кошелек. 18 евро. Из кенгуру сделано, с кожи. Такие ремешки 7,50. Розенталь. От Розенталь.